лайфхак, как снимать ведущий вариатор. Так как он прикипает, его довольно-таки проблематично откручивать. Соответственно, вот это новый вариатор. Сейчас на старом покажу. Вот. Значит, он сидит на конусе очень плотно. Для того, чтобы его снять, его можно только гидроспособом снять. Значит, переворачиваете квадрик. Вот я перевернул где-то его на полметра вверх. В связи с тем, что здесь не ремзона, а садовый участок. Поэтому использовались подручные средства. Пень, куски поребрика и домкрат. Но неважно. Значит, для того, чтобы снять его, требуется вот в это отверстие залить масло густое. А также у нас есть болт стандартный, который с резьбой в обратную сторону, с левой резьбой. Значит, мы на болт заливаем туда масло, на болт наматываем фум-ленту. Здесь в отверстии две резьбы. Соответственно, мы заливаем полностью до краев маслом внутреннее отверстие, и с фум-лентой заворачиваем болт, желательно пневмоинструментом, и от давления вариатор выдавливает наружу. По-другому никак не снять его. Стучать, греть — это все не поможет. Соответственно, снимаем его. Обязательный момент при установке нового: здесь есть подшипник, который в правую сторону не крутится, в левую сторону он крутится. Обязательно, когда ставите новый вариатор, проверяйте эту тему. Потому что иногда бывает, что китаёзы путают и ставят неправильно. И у вас будут постоянно рваться ремни. Это обязательная тема. Поставили новый